Михаил, блаженный Михаил, полняло план квартальный, но не планом славен был, духом святым бывал он восхищен, прямо за верстаком. Первая магистральная слуха полна о нем. На второй на магистральной клубе проповедовал, как достигнуть натурально будущего светлого, ближних любить и щеки подставлять, смысла не убавлять. Вторая магистральная вряд ли могла понять. Как на пятой магистральной нормальный, что смущаешь коллектив, нынче не то, что прежде времена, подвига ждет страна. Пятая магистральная была темным-темна. Кто вас нагородил, бедные магистральные?